Yo, yeah, I guess it's true that when they say the few will make it, and best believe in that category. Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал «Факты от шизофреника». Здесь, в общем-то, будут выходить именно видео по фактам. И плюс ко всему, у него здесь есть на каналчике, ну, знаете, такое про... Ну, просто, типа, розыгрыш игрового ноутбука за 100 тысяч рублей, поэтому, да, вообще нормально. Короче, ребята, я думаю, вы уже заинтересовались, так что ссылочка на этот канал будет, естественно, в описании. Заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик и, естественно, участвуйте в конкурсе. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. Сегодня мы с вами записываем ролик по танкам онлайн, и будет он приурочен в честь как раз-таки, наконец-таки, проданных 10 тысяч наборов. Ребята, сейчас нам выдали уже в понедельник, в общем-то, как я вчера и говорил, что в понедельник выйдут краску, кристаллики, ну и, естественно, контейнеры, которые нам должны были выдать еще вроде как вчера, но выдали только сегодня, потому что вчера было воскресенье. Короче, не заморачивайтесь, в общем-то. Сейчас я, ребята, покажу вам красочку и контейнеры откроем, и покатаемся в этой красочке в битве. Так что, и посмотрим на самом деле, сколько этих фотонов всего у нас по игре получилось, потому что я так думаю, там каждый третий или каждый четвертый катается в этой краске, но посмотрим. Вот, и, ребят, напоминаю вам, что если вы наберете 1000 лайков буквально за пару часиков по данным видеороликам, в правом верхнем углу у вас появляется подсказка, и там будет как раз таки спрятан промокодик на 10 контейнеров. Если там за 5 часов наберете, там будет на 5 контейнеров промокод. Но если больше, чем 5 часов, то там будет, ребята, промокодик на 1 контейнер. Но, в общем-то, сути дело не меняет. Короче, я перед данным видеороликом, вот, я вам, ребята, клянусь, отвечаю, я не одевал эту краску, которую выдали. Я ее посмотрел, что ее действительно выдали как бы в гараже, но не одевал. У меня так пальцы чесались ее одеть. Но я думаю, ну камон, Вайдер, ну зачем ты это сейчас будешь делать? Ты там на видеоролике как-то уже неестественно. Давай ты лучше это все оденешь с моими братюнями, с моими как раз таки подписчиками, кто ставит луксы, кто комментарии пишет. В общем-то, всеми теми, кто меня поддерживает столько лет. И столько месяцев, столько дней, не знаю, сколько на меня подписаны. Но вот, короче, эта краска фотон. Мы ее с вами надеваем. И... ну, блин, я бы, знаете, не сказал, что она прям такая, типа, вау, ах, там, удивление прям, ну, до невозможности. Но она клевая. Но она типа клевая, мне она нравится, она прикольная, она такая черная, черные такие вот голубенькие какие-то бирюзовые цвета, вот эти линии, они очень клево смотрятся, и на каких-то вот XT предметах это просто вообще бомбическая тема. Так, на Мамонте у меня вроде XT нету, да, на Мамонте тоже смотрится достаточно добротненько, у меня даже есть Васпик D7-1, ну мы, короче, сейчас еще перейдем на аккаунт Психа, там у меня тоже это все дело есть, и там это выглядит немножко будет по-другому, потому что там есть еще и нулевые вроде вещи. Или нету? Не, вроде бы были. Ну, короче, вот так, ребята, эта красочка выглядит у нас на XT, вот так вот дрон. Не знаю, мне нравится, я, в общем-то, доволен. Оцените, кстати, ребята, по 10-бальной шкале вот эту красочку. И сейчас я тоже ее оценю, но перед этим поставьте на паузу и напишите комментарии. Чтоб, так сказать, вы не подслушивали мое мнение, и потом оно не совпало, так сказать, с моим, после того, как вы уже услышали. Но вот, я думаю, уже все написали, поставили на паузу. Моя оценка этой краски где-то... ну, давайте по красивости. По красивости эта краска где-то на твердую семерку. Вот чисто на твердую семерочку мне эта краска прям нравится. Вот. И, к сожалению, по уникальности эта краска где-то, ну, на троечку, скорее всего. Ну, ладно, не на троечку, где-то на четверочку или на пятерочку. Потому что... к сожалению, эта краска продана 10 тысячам человек. Может быть, для кого-то это круто, может, для кого-то это не круто, но это чертовски большое количество. Многие даже шутили, блин, да это же все люди, которые играют на станке онлайн, и считают, там каждый будет кататься в этой краске, это, типа, не очень круто. Ладно, бог с ним, и здесь мне, в принципе, на этом аккаунте падает всегда с контейнеров полное говно, поэтому открываем сразу по 5 штучек, чтобы, так сказать, не травить себе душу, чтобы, так сказать, увидеть уже это говнецо, и на этом закончить и перейти на следующий аккаунт, да. А следующий аккаунт это у нас аккаунт Психа. Я здесь даже уже
не до конца, так сказать, добрал, ты типа скипал всякие заданочки. Не заданочки, а всякое вот это дерьмо, которое сразу тебе с утра, с первого твоего входа на аккаунт вылазит. Типа заданки, новости там, ну и т.д. и т.п. А, это, кстати, я, ребят, вчера катался на таком сочетании. Так, у меня здесь, я видел, докачался огнеметик. Да, огнемет у меня теперь полностью прокачан до М3. И краска фотон. Вот так она выглядит, ребят. Ну, на М2 выглядит, если честно, получше уже. На М2 вот прям выглядит так добротненько. На М0, кстати, такое себе. Я думал, на М0 будет красивее намного выглядеть. Вот прям рили. Это, наверное, та единственная краска, которая на М0 выглядит, ну, не очень круто. На каких-то М2 модификациях она выглядит намного-намного круче. Мне как-то эта больше система нравится. Ладно, бог с ним. Давайте здесь тоже, ребята, откроем по пятюне. В общем-то, не будем тянуть кота за его гениталии. Не будем это все делать. Смотрите, X2 3500 мне тоже выпадает. 10 тысяч кристаллов и 100 всех припасов. Очень крутой дроп, в стопочках нет. Ну, а сейчас, ребят, погнали у нас в какую-нибудь битву, в какую-нибудь катку. Давайте, я не знаю, зайдем, может быть... Давайте, короче, сперва на этом аккаунте зайдем, а потом еще на основе зайдем, посмотрим, сколько мы встретим, допустим, человек в ДМке. Буду я играть не полные битвы, где-то по 2-3 минутки, и прочекаем, что вообще из этого получится. Так, ну это, ребята, у нас мульты, в общем-то, средние званочки, и здесь, если честно, я пока не видел ни одного чувака в этой краске, то есть в фотоне, и, блин, ну я что-то в жизни не поверю, что такие диапазоны у нас не донатили на эту спецуху, и что действительно будет таких людей мало, и даже в первой катке я здесь никого не встречу. Но я же по-любому какого-то своего братюню, своего товарища должен уже видеть. Блин, а может быть я сейчас думаю, типа, а вот вдруг там, а вот где они, а вот а почему там эта краска действительно уникальная? Потому что многие, так как я понимал, эту краску покупали не только еще, ой, не эту краску, а эту спецуху, покупали не только из-за краски в ней, а покупали в первую очередь из-за ее выгодности, потому что, ну, здесь как бы действительно с этим спорить очень трудно. 160 тысяч кристаллов, как бы 15 контейнеров, они, знаете, на дороге не валяются, и это, считай, сумма, она, ну, очень выгодно. Так, ну, вроде... А, нет, мне показалось. Я думал, я уже вот этого диктатора, короче, увидел в этой краске. И уже хотел начать, типа, да, вот, я только сказал, что эта краска уникальная. Буквально прошло пару секунд, и я вижу уже первого чувака, находящегося в этой красочке. Ладно, давайте сейчас попробуем забраться куда-нибудь на верхотуру и посмотреть именно с вершины, есть ли здесь кто-то с этим покрытием таким уникальным, супер-мега-эпичным, супер-красивым. Вот на самом деле, если бы как-то вот эта краска немножко посложнее, что ли, добывалась, это было бы еще прикольно. Там вот я бы даже, возможно, не покатался долгое именно количество времени. Но сегодня я однозначно не покатаюсь. Не знаю, буду ли я это долго делать или нет. Но посмотрим, что из этого получится. Так, братюнь, не бей меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты меня бил. Я хочу чисто посмотреть, есть ли еще чуваки с такой же краской, как и у меня. Но я пока, если честно, ребята, не вижу. Вот прям серьезно. Если вы там где-нибудь, ребята, видели, скиньте мне тайминг, я обязательно посмотрю, прочекаю. Вот. Ну, а сейчас погнали уже у нас на основные аккаунты, это на легенды, и посмотрим, есть ли там такие люди. Ну, мне кажется, там по-любому уже должны быть, потому что, ну, там что, чтоб не были-то люди. Ну, да, я так поверил. Погнали, ребят, ставим на паузу и возвращаемся уже на как раз таки легенды. Ну и смотрим у нас как раз таки наших теперь легенд, что у них по этой самой краске, и посмотрим, есть ли здесь такие типа уникальные челики, такие же как я. Ну, блин, на самом деле я вот не знаю, возможно, как бы некоторые люди действительно покупали вот это все дело, но тупо на нем не катаются, потому что, ну, как я уже, ребята, вам и объяснял в прошлом ролике, не в прошлом ролике, а в прошлом как раз таки эпизоде, когда я был у нас на мелких аккаунтах, что многие покупали просто ее из-за выгодности, из-за того, что там есть кристаллики, да, какое-то количество. Но, блин, я уже думал, что вот этот чувак у нас катается на этой самой краске, уже хотел обрадоваться, типа сказал, не-не-не, ребята, вот он, еще такой чувак, который же катается в такой же краске, как и я, но... К сожалению, нет. Так, ну пока я не вижу, пока, ребята, у нас абсолютно нет таких людей, абсолютно таких уникальных людей, как я, в этой же самой краске. Но давайте скатаемся на добрую половину другой карты и посмотрим, есть ли там такие у нас люди. Ну, блин, пока действительно я как бы никого не вижу, никого не ощущаю, и пока на данный момент я чувствую себя действительно как бы уникальным. Не знаю, насколько это будет долго у нас продолжаться, потому что все-таки купили у нас 10 тысяч человек этот спорт,
спецуху, и я так считаю, я так думаю, что, ну, долго она у нас в виде такой уникальности-то и не продержится, потому что, ну, черт возьми, 10 тысяч человек — это чертовски много, ну, хотя, с другой стороны, это не какая-то краска, которая у нас продается в гараже, там, за какое-то определенное количество кристалликов, которые можно прям легко приобрести, это все-таки у нас реальный донат, реальные деньги, и, может быть, как раз-таки эти люди, которые приобретали это спецприложение, они у нас тупо не играют активно в танки онлайн. Может быть, ребята, я тупо еще с самого 30 сижу и записываю, потому что я сейчас зашел в, считай, 9 часов по МСК, 9 утра по МСК, и сейчас катаю в этой битве, смотрю вообще за народом и вообще наблюдаю, а есть ли действительно те люди, которые у нас катаются в этой краске. Но, как мы видим, сейчас таких людей нету, то есть глубокое, ребята, утро, и сейчас таких людей у нас совершенно не наблюдается. Поэтому пока, в данный промежуток, это... А нет, вот все нашел. Говно, все выбрасываем. Я уж хотел обрадоваться, я хотел сказать, что... Ну вот это уникальная тема, прям вообще 1 на миллион, 1 на миллиард, прям супер-пупер, мега-друпер. Но потом появляется чувак, у которого есть эта краска, и просто мне все портит. Ну зачем ты появился? Ну, в общем-то, ребята, мы видели, что уже у нас такая красочка имеется у одного из наших врагов на данной ДМочке, поэтому можно уже смело сказать, что все-таки на легендах этой краски будет намного больше, хотя не будем еще зарекаться, не будем делать поспешных выводов, потому что мы же еще у нас не играли в активное время на средних диапазонах, и хотя я от своих слов никоим образом не отказываюсь, мне все-таки кажется, что в первую очередь у нас больше всего донатеров играют на средних диапазонах, и там будет у нас больше всего как раз таки этих красочек, но хотя тоже не буду однозначно ничего говорить по этому поводу. Короче, ребята, если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока.